Звездным гостем форума стал известный ведущий федерального телеканала Михаил Зеленский, который ответил на десятки вопросов участников о состоянии современных российских СМИ. Он подчеркнул, что нет большой разницы между федеральной и региональной журналистикой. В Кургане ведущего приятно удивила обстановка и повышенный интерес к такого рода мероприятиям. А здесь какой-то невероятный интерес, причем не только самих журналистов, но и людей, которые представляют и экономический блок, и власти. Я сейчас пока в таком немножко удивлении пребываю, потому что для меня это удивительно. Такого интереса со стороны именно людей, которые не работают в журналистике, я его вижу впервые. Михаил также подчеркнул, что у журналистов и на региональном, и на федеральном уровне всегда есть возможность проявить профессионализм, вводить новые форматы и реализовывать идеи. Ведь сейчас каждому доступна достоверная и качественная информация благодаря современным технологиям и интернет-сервисам. Об одном из таких сервисов гостям форума рассказал управляющий Курганским отделением Сбербанка Евгений Светлов. Сбербанк с большим энтузиазмом и радостью выступил партнером этого форума. Мы пригласили представителей почти всех средств массовой информации из Урала. Мы сегодня будем рассказывать в том числе о тех подходах работы с информацией, которые применяются в Сбербанке, и о больших данных, и о новом очень интересном проекте «Открытые данные», которые, мы абсолютно убеждены, будут крайне полезны нашим журналистам. В открытых данных информация структурирована, дает точное представление о реальных доходах населения и процессах, которые происходят в экономике региона и страны. На сайте проекта уже сейчас можно отследить средние суммы зарплат, пенсий, кредитов в любом субъекте Российской Федерации и другие показатели. Доступ к открытым данным может способствовать развитию журналистики в регионе. На медиафоруме «Тема» Сбербанк наградил двух победителей конкурса для журналистов «Золотой актив», который ежегодно проводит Уральский банк. Ими стали главный редактор газеты «Заря» Петуховского района Татьяна Горохова и обозреватель областной газеты «Новый мир» Сергей Игнатов. Я участвовал в этом конкурсе. Почему? Потому что Сбербанк проводит очень интересные мероприятия, которые полезны для населения, для людей. Для тех же школьников, вот мы побывали в Чистозерском районе, там такое интересное мероприятие, где школьникам показывали, как работают 3D-принтеры. Конечно, очень приятно и неожиданно, что нашу работу небольшой районной газеты оценила строгое жюри и приняло такое решение, что мы стали победителями. Очень приятно. В завершении делового дня Сбербанк пригласил всех собравшихся на мастер-класс по живописи. Все желающие смогли встать у мольберта и создать настоящий шедевр.